Здравствуйте, друзья. У меня сегодня новый собеседник Вячеслав, отчество. Титарь. Вячеслав Борисович. Вячеслав Борисович Титарь. Вы машинист? Не, я не машинист. Я оператор при дежурном по депо. Ага. Ну, расскажите. Вот если бы вдруг ни с того, ни с сего вы бы попали в высшие слои общества, в золотые пуговицы, что бы вы делали для того, чтобы железная дорога была железной? После всего случившегося, после 2014 года, после Майдана, меня жизнь перевернулась вообще непонятно в какую сторону. А это перевернулось в сознание, которое, ну этому просто, как бы правильно объяснить. Вы поверили Майдану? Не то, что поверил. Я понял, что жизнь не складывается на том, на чем мы стали. Это выше нас. И в результате чего я понял, что жизнь нужно менять конкретно. Начиная с самого низа и до верха. Или с верха до низа. А самое, это было правильно. И к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что все началось валиться. Изначально мое... Как бы правильно. Так говорите своими словами. Что я хотел бы сказать? Без выражений. На данный момент, вот, по сложившейся ситуации, все говорят, что у нас ничего абсолютно не делается. Но хотел бы я задать вопрос. Когда мы готовились к Евро 2012 году, у нас за 7 месяцев на нашем Крюковском вагонном заводе сделали локомотив. Всего лишь за 7 месяцев. Предприятие вложило свои деньги. Вы говорите о Тарпане? Да. Ну это когда даже целый поезд. Это целый поезд. Да. Предприятие вложило свои деньги, показало класс. И в результате, что мы видим, у нас сделали столько два. Приезжали. И министры приезжали. И... Юлия Тимошенко возглавляла. Не Юлия Тимошенко. Приезжал Гройсман заключать договора. И в результате, что мы видим? Люди, которые все уехали в Польшу, которых он там же в Польше и видел, Бэтвич, на их же Бэтвич, заводах, спрашивал, а почему вы там работаете? А потому что мне платят там 2000 долларов, и я не буду сюда возвращаться за копейки работать. Из-за этого. Но сам факт. Локомотив можно сделать на нашем заводе? Возможно. Я предлагаю такую ситуацию. Конкретно. У нас есть свое предприятие. Мы можем нашу машину, деповскую, любую, отправить на этот завод на реконструкцию. За те деньги, которые наше депо зарабатывает, оно должно, мы вносим туда свои деньги, нам делают реконструкцию локомотива, мы его забираем и так обновляем парк. В идеале можно, да. А для этого что мы должны знать? Мы должны знать, сколько мы зарабатываем, если министру платят по 12 миллионов премии, то я, извините, пожалуйста, машинист, наверное, тоже должен зарабатывать так же самое. У нас разрыв между людьми, которые сидят у власти и которые... Ну, между рабочими, между рабочими и директором, министром, будем говорить так, и министром. В 600 раз превышает. Такого нигде в мире нету. Есть определенный зазор, это 10 ставок. Это называется вообще понятие социальная справедливость. Социальная справедливость. А этой справедливости нет. О чем тут можно разговаривать? И говорят, что мы не выполняем требования. Я сам бывший тоже был помощником, и я выпал. Почему я выпал? Потому что не работали туалеты. Туалета нету. Двери помощник открывает или машинист. И, понятно. Извините, ходят в туалет. Ходу. Потому что это в движении. И мы 12 часов находимся на тепловозе. Почему это произошло? Потому что не работает ничего. То, что вы говорите тут. Приехала комиссия, сегодня описывали тепловоз. Все ходят, специалисты. Они разговаривают о своем, и один человек только ходит, смотрит. Разве это правильно? Спрашиваю, социальный работник приехал, который говорит, что я должна описать работу. Так а почему вы не залезли в тепловоз и не посмотрели, что машинист сидит вот так вот в кресле, а это остеохондрозы, это болезни, это выходит машинист, потом со временем идет на больничные листы. Вы конкретно не улучшаете труд машиниста, который вам приносит золотые яйца. Просто на это все равно, как говорят. Ну и так очень много другое зависит. Кроме того, что нужно это делать, нужно продвигать, нужно, чтобы люди были заинтересованы. Для того, чтобы люди были заинтересованы, нужны
людям нужно платить деньги. И для этого еще нужен руководитель, который бы дружил с головой. И насчет руководителя. Да. Я хочу, чтобы руководитель выбирался именно конкретно в нашем депо, чтобы мы знали этого человека, мы его доверяли. У нас есть очень много людей с высшим образованием. И мы должны этому человеку доверять. Если мы будем доверять, мы конкретно будем от него требовать. Мы знаем, он поставит нам цели, и мы поставим ему цели. И каждый месяц у нас будет четкий отчет. Мы будем знать, что конкретно, где у нас какие-то неисправности, где у нас положительные отзывы, где у нас отрицательные. И будем с этого делать. И тогда это будет результат. И тогда это будет сплоченный коллектив, когда начальник будет за своего машиниста отстаивать, а не будет просто ехать и позорить в Харьков. Хорошо, Вячеслав. А в масштабах УЗЭ как быть? Потому что оттуда все идет. Если в масштабах УЗЭ смотрел я эту программу, спасибо Волонцу, что показал. Я просто понял, что у нас сидят люди, которые не хотят ничего делать. Это просто зажранные люди. Вы считаете нормальным, если транспортной отраслью руководит человек, который окончил, которого диплом пароловеда? Я не знаю их дипломы, но мы люди, которые учились, да, пусть как там не говорят, при Советском Союзе, я не буду скрывать, потому что я вырос оттуда. Но мне обидно за свою страну. Я начал, да, перестраиваться. Я думал, что действительно эта Украина, это будет процветающее государство. Но на данный момент... Нам обещали, да. Мы видим, что эта Украина стает мертвым государством. Лучше, чем Франция, нам обещали. Мои дети до сих пор не могут найти работу. У меня ребенок закончил техникум, не может найти работы. Какой ребята, техникум? Какой техникум? Авиационный. Авиационный. О чем можно говорить? Летное училище вы имеете в виду? Да. У него была практика летная? Не было ничего. Не было. Почему? Потому что он должен заплатить деньги, конечно, за летную практику. О чем можно говорить? Да, Вячеслав, сочувствую. Сочувствую. Спасибо вам за ваше мнение. Все, что мог, я сказал. Спасибо.